Привет! Недавно в моей работе было интересное задание сделать анимацию элемента, чтобы у него был эффект, как будто он идет волной. Также это называется глич-анимация. Сегодня я хотел бы показать, как это можно сделать на чистом JavaScript. Это совсем не сложно. А если коротко, то мы будем использовать синусоидную анимацию, о которой я говорил в прошлом видео. И мы разрежем изображение на много-много маленьких кусочков и заставим каждый кусочек с определенным шагом колебаться, как это сейчас происходит на экране. Делать это будем через Canvas. Это можно сделать также и дивами, но это будет не так производительно. И при помощи Request Animation Frame мы заставим все это очень плавно двигаться. У меня здесь обыкновенный HTML с Canvas. А ширина 500 и 313 соответствует ширине изображения. А простой CSS и JavaScript, где я уже подключил Canvas, получил его контекст. А также я получил ширину и высоту Canvas. А далее, что нам нужно сделать? Нужно получить изображение. Вот я в константу получаю new image, то есть я создаю на лету новое изображение, присваиваю ему путь до того места, где у меня в папке лежит картинка. Путь следует указывать от того места, где у нас находится HTML файл. Далее я получаю в константу ширину и высоту изображения. Далее нам следует дождаться загрузки изображения. Только после этого можно вызывать функцию, которая сможет его загрузить на Canvas. Если мы этого не сделаем, то у нас изображение на Canvas не отобразится. Напишу функцию draw. Теперь я выведу на наш холст изображение. Делается это при помощи DrawImage. Первый параметр указывает изображение, далее координаты X и координаты Y. Теперь можно задать базовую анимацию по оси Y. Сделать это при помощи MassSyn. И в MassSyn нужно передать время. То есть можно это назвать константу speed, переменная точнее. По умолчанию она равна нулю, но функция она у вас будет непрерывно увеличиваться. Сейчас мы ничего не увидим, потому что нужно вызвать request animation frame, в который мы передаем нашу функцию. Вот смотрите, уже что-то работает. Можно увеличить амплитуду. Вот, как можете видеть, появились такие артефакты. Для этого нужно очистить холст. И как видите, мы очищаем холст равной ширине и высоте холста. Теперь нам нужно обрезать изображение на много-много маленьких кусочков. Я возьму ширину всего изображения, порежу ее на 2, и таким образом я получу 250 пикселей. Ширина изображения у меня 500. И далее каждый пиксель я заставлю анимироваться с определенным шагом. Здесь нужно также указать дополнительные параметры. Это начальная ширина, начальная высота. Для этого удобнее использовать константы. Эти первые параметры отвечают за позицию и размер холста, а эти за позицию и размер непосредственно изображения, если коротко объяснять. В ссылках под видео я приложу подробную статью на Mozilla MDN, где это объясняется.
Отлично. Как разрезать изображение? Мы знаем его ширину, и мы делим ее на 2. Таким образом, мы получаем 250, и нам нужно объявить цикл for. Нам нужно еще меньшая часть изображения. Нам надо получить 2 пикселя. Для этого я объявлю константу ImageSlice и установлю ее равной 2 пикселям. Уменьшу ширину до 2 пикселей. Ее сейчас не видно, но она есть. Теперь нам нужно каждый индекс, каждый элемент подвинуть вправо на эти же самые 2 пикселя. Pi умножаем на image slice. Здесь и здесь. Картинка появилась. То есть, грубо говоря, здесь 2 пикселя, здесь 2 пикселя, здесь 2 пикселя. Теперь нам нужно заставить просто наш рыбу двигаться по синусоиде несинхронно. Такая вот жизнь получилась. Так, это нужно поправить, если мы подрегулируем в синусоиду здесь. Каждый i мы будем, к примеру, делить на 2. А здесь i не нужно. Вот смотрите, уже появилась какая-то анимация. Как это регулировать? Рекомендую все это вынести в отдельные константы, а еще лучше это будет приписать на класс. Это у нас регулирует амплитуду, плавность волн, а это регулирует интенсивность. Также можем менять время. Это очень быстро, медленно. Вот так вот довольно просто сделать глич-анимацию. В ссылках под видео будет ссылка на этот исходный код, и также будет ссылка на исходный код, где то же самое я переписал при помощи класса, и там более понятный и развернутый код. Потому что этот, например, пример, он для продакшена не годится. Но если вам будет интересно, то ссылка на гид будет в комментариях под видео. Спасибо за внимание. Пока. Пока.